Так, всем добрый день. Вашему вниманию предоставляется распаковка подставки под колонки фирмы Fix. Тип модели SS01. Кстати, если закрыть и набрать в поисковой системе тип SS01, то фирмы, производящие данный комплект, будет очень много. Так, ну в данном случае, то есть китайцы, как обычно, скопировали, ну и создали фирму. Так, чем характерна данная стойка, то есть она выдерживает, как внимательно посмотреть. Ну, во-первых, выполнена из стали, то есть телескопическая штанга, минимальная высота 680 мм, ну и максимальная 1100 мм. То есть от 0,68 до 1,1 метра. Внутри можно разместить кабель, но кабель, если у вас колонки подключаются непосредственно при помощи этого кабеля, а не штекера. Внутри штекер очень сложно пропустить, потому что диаметр очень небольшой. Так, ну и вес колонок выдерживает вроде как до 4,5 килограмм. Так, ну и себя представляет обычная стойка, внизу 4 луча в виде звезды, только единственное из 4 состоит звезда оконечности. Так, ну и крепление колонки пластиковое, ну и непосредственно устройство для увеличения и уменьшения высоты данной стойки. Так, внутри должно находиться две стойки, то есть попарно продаются, то есть кому нужно 4, то соответственно покупает два таких комплекта, будет у вас 4 колонки. Так, ну и вес, кстати, 4,5 килограмма их совместно. Так, ну и давайте откроем, посмотрим, что находится внутри. Так, внутри у нас находится конкретно две стойки. Так, ну тут диаметр где-то 10 мм, ну и отверстие небольшое, где-то 8-7 мм для кабеля. Так, сама фиксация. Так, ну здесь уже где-то 12-15 миллиметров. Так, ну и на конце есть резьба. Так, здесь их две штуки. Так, дальше здесь у нас, скорее всего, комплект оконечников. На верхнюю часть. Да, еще небольшой по скрипту. То есть части разъединяются. То есть сначала привинтили. Потом установили. Попустили кабель. Колонки. Ну и с
система крепежных винтов, то есть различного диаметра под различную резьбу, ну и шайба ее. То есть можно выбрать под свой вид комплекта колонок. Так, ну и непосредственно сами опоры с утяжелением. Так, ну день где-то 20 по 20. Сделан из металла сталь. Так, ну и утяжелитель груз с резьбой, на которую накручивается. То есть основной массу где-то 4 килограмма забирает этот груз. Так, ну и внутри находится инструкция по сборке и по комплектации. Ставим на паузу, кому интересно. Так, ну и комплект сборки. Достаточно все просто. Привинтить. Так, ну и выбрать тип колонок. Ну, тут даже под босс-акустику. Она была рассчитана в основном, ну либо по другие виды. Вот такой комплект подставки, подставок под колонки, для того чтобы если вам некуда ставить либо вешать на стену, то достаточно хороший комплект предусмотрен под колонки. Единственное, в основном, то есть скорее всего держит небольшие весы, килограмм 2, но рассчитан до 4,5 килограмм. Конструкция достаточно надежная. Так, а здесь кабель выходит снизу. Так, ну всем, кому было полезно, спасибо за внимание. Ну и до дальнейших распаковок. Всем удачных покупок и до новых встреч.